Учитель дзен разговаривает со своим учеником. Он наполнил большими камнями сосуд и спрашивает: «Полон ли сосуд?» «Да, конечно, полон». Тогда он взял камни поменьше и заполнил пространство между большими. «Полон ли сосуд?» «Да, полон». Тогда учитель взял мелкие камни и высыпал их, заполнив сосуд до отказа. «А теперь?» «Теперь он окончательно наполнен», — ответил ученик. «Запомни», — сказал учитель, — «большие камни — это основа твоего медиапроекта. Ключевые темы, форматы подачи, стиль, отличающие тебя от других. Их не может быть много. Они создают стержень, основу, уникальность. Средние камни — это крупные материалы, которые заполняют пространство твоего медиапроекта. Они тесно соприкасаются с основой, должны поддерживать ее, укреплять и насыщать. Мелкие камни – это оперативные информашки, мелочи, которые проникают во все щели твоего проекта, делая твой сосуд полным. Если ты засыпешь все мелкими камнями, не останется места для основы. Все потеряется в шуршании мелочей. Создавая медиапроект, продумай сначала – как ты будешь укладывать крупные камни? Уделяй внимание важному. Определяй приоритеты. Думай о своеобразии. Остальное – только песок».